Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 34. Рассмотрим различные способы размена B50 рублей. Итак, 50 рублей мы можем разменять таким образом. 5 монет достоинством по 10 рублей дадут в сумме нам 50 рублей. Можно одну монету в 10 рублей заменить двумя монетами по 5 рублей. Это выйдет 10 рублей и еще 4 монеты достоинством по 10 рублей, итого 50 рублей. Можно 2 монеты 10-рублевых заменить 4 монетами по 5 рублей. А следующий способ уже 6 монетами по 5 рублей. Можно 8 монет по 5 рублей взять. Каждых 2 монеты составляют 10 рублей. Итого 50 рублей, где одна из них 10-рублевое достоинство. Можно взять монету по 2 рубля и составить комбинацию. 5 двушек заменит 1 десячок и 4 десячка. Можно взять монеты 10 двушек и 3 монеты по 10 рублей. Так дальше можно уже брать двушек не 10, а 15 двушек, и тогда только 2 монеты. 20 двушек, и тогда только 1 монета. А можно еще сюда добавить монеты достоинством по 5 рублей. 2 монеты заменяют 10 рублей. Да? 2 монеты по 5 рублей, 5 монет по 2 рубля. Вот столько различных способов мы можем рассмотреть при размене 50-рублевой купюры. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.